Третий Спас или Спас на холсте – так называют христианский праздник в честь перенесения нерукотворного образа из сирийского города Эдесса в Константинополь. В честь этого торжества в храм нерукотворного образа в эмеретинской низменности прибыл митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он и совершил божественную литургию. Я приехал снова в храм и увидел его во всем своем благолепии. Еще он улучшается, храм этот, трудами настоятеля отца Флавиана. И вспоминаю те события, которые были и в преддверии Олимпиады, когда приезжал к нам святейший патриарх Московский Сиерусе Кирилл, совершил молебен, благословил спортсменов, всех кто участников, кто пожелал принять участие. И мы одержали большую победу. По преданию, сирийский царь Авгарь был поражен проказой. Не видя спасителя, Авгарь уверовал в него и его чудеса и послал в Палестину своего живописца. Там Господь попросил принести для себя воду и холст. Он умыл лицо, отер его полотном, и на нем отпечатался его божественный лик. С этим холстом живописец вернулся к царю. Авгарь принял святыню и получил исцеление. На божественной литургии в храме собрались сотни прихожан. Люди приехали из разных районов, кто-то целый год ждал этого праздника. Мы очень довольны, все хорошо. И тут прям вот, я не знаю, прям вот, знаете, такая обстановка божественная. Сколько духовенства пришло, это действительно... Радость, весна, счастье, нужно славить Бога и в такие дни посещать храм. Я считаю, что это очень хорошая традиция праздновать. Народ познает, приближается. Те, кто немножко в стороне находится, они ближе становятся духовно. Как без духовного, без православия в нашей православной стране? Что это сближает нас? После окончания литургии состоялся концерт для прихожан. На площади перед храмом творческие коллективы пели церковные и народные песни и исполняли национальные русские, кавказские и греческие танцы. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.